Окей, עכשיו אנחנו בחזרה לתורה, לברית החדשה, לחג שבועות. И сейчас мы возвращаемся к Торе, к Новому Завету и к празднику Шавуот. ואני רוצה קודם לקרוא כמה פסוקים. Я хочу прочитать некоторые места Писания. Месефер Дварим 26. С книги Чисел 26 главы. Месефер Дварим זה כאילו בקצרה משה מקבל מאלוהים משיכה וחוזר על כל ההיסטוריה יציאת מצרים. Все, что мы читаем в книге Второзакония, можно прочитать в Бытие, Исход, Левит и Числа. אבל בספר דברים זה כאילו מבט אחרי 40 שנה. זה כאילו קצת שונה, זה הרגשה שונה. כבר עם Но Второзаконие — это книга, как будто, которая делает обзор 40-летней истории. Это немного другое видение. Это как я с Ниной сейчас чувствую. Когда у нас рождались наши собственные дети, это было что-то одно. А когда наша дочь сейчас родила мальчика, это совсем другое. Моше провел с народом Израиля 40 лет. Он постоянно был занят. Но потом, Произошел небольшой перерыв, он посмотрел на пройденный путь и описал его заново. Это также дает нам некоторые намеки. Иногда нам нужно остановиться. Иногда нам нужно остановиться, посадить рядом жену, детей, семью и поговорить о том, что было в прошлом. И возможно, ты тогда увидишь, что в свое время ты не обратил на это внимания, но Бог сделал очень много чудес и знамений в твоей жизни. И вдруг ты с новой мудростью даешь новые наставления своим детям и внукам, и, возможно, правнукам. Второзаконие, 26 глава, я читаю с первого стиха. И будет, когда придешь в ту страну, которую Господь Бог дает тебе в удел, и завладеешь ею, и поселишься в ней, то возьмешь из первинок, бикурим, всех плодов той земли, которую ты будешь доставлять из всей страны, которую Господь Бог дает тебе, и положишь в корзину, и отправишься к месту, которое изберет Господь Бог твой, чтобы вотворить свое имя там, и придешь к Когену, который будет в те дни, и скажешь ему: «Возвещаю сегодня я Господу Богу твоему, что я пришел в страну, о которой поклялся Господь нашим отцам, отдать ее нам. И возьмет ту корзину Коген из руки твоей, и опустит ее перед жертвенником Господа Бога твоего». И священник просто поставил эту корзину. Ничего с ней не делает, это просто для витрины. «А ты возвысишь свой голос и скажешь пред Господом Богом твоим: арамеец, скиталец, отец мой, сошел он в Египет с малой горсткой людей пожить там, и стал там великим народом, мощным и многочисленным. И вредили нам египтяне, и мучили нас, и взваливали на нас непосильный труд. И возопили мы Господу Богу наших отцов, и услышал Господь голос наш, и увидел бедствие наше, наш каторжный труд и притеснение наше, и вывел нас Господь из Египта мощной дланью, рукой могучей, ужас великий внушив, совершив знамения и чудеса, и привел нас сюда, и отдал нам эту страну, сочащуюся медом и молоком. А теперь вот принес я бикурим, первинки плодов той земли, которую ты, Господь,
дал мне. И опустишь корзину пред Господом Богом твоим, и падешь ниц пред Господом Богом твоим, и будешь радоваться всему добру, которое дал тебе и семье твоей Господь Бог твой. Ты, левит и пришелец, что живет в твоих городах. Никуда азот они руцела отсор. На этой ноте я хочу остановиться. Я хочу попросить, чтобы мы все встали. Я очень хочу, чтобы мы все помолились. אנחנו נגיד תודה לאלוהים. Мы скажем спасибо Господу. עבור הכל, מה שראינו טוב. За все то благо, которое Он показал нам в этой земле. И скажем спасибо Тебе, Господь, что Ты заботишься о нас. Возможно, это даже странно сделать это сейчас. Аргаз, шела пирот, ваярокот, килушук. Это гам музара я ловили бейт амикдаш. Но даже эта традиция принести корзину с плодами, может быть, она тоже казалась странной. В храм, где обитает Святой Дух, принести то, что ты купил на базаре. Но есть в этом связь. Давайте мы проведем несколько минут в благодарности Богу. И я верю, что это высвобождает воздух. Потому что Израиль сейчас нуждается в этом свежем воздухе, в благодарности, в милости, вместо всех проклятий, которые сыпятся со всех сторон. Давайте каждый будет стоять в благодарности перед Богом. И будем произносить это нашими устами. Благодарим Тебя, Господь. Иногда были сложные времена. И страшные. И печальные. Но мы молились перед Тобой. Возможно, Ты принизил нас. И Ты сломил нашу гордость. И Ты открыл наши сердца, чтобы мы посмотрели на Тебя по-другому. Чтобы мы признали в Тебе, в Царе, который сотворил весь мир, своего Отца. Аба шели. Моего Отца. Аба шели. Моего Отца. Аба. Моего Отца. Аба, туда лиха. Отец наш, благодарим Тебя. Авур коля хесед врахамим. За милость и благодать. Вперед. И за плоды. Шебирахта оти. Что Ты благословил меня. Вебайт шели. И мой дом. Ве... Коль ам Исраэль. И весь народ Израиля. Туда лиха, Аба. Благодарим Тебя, Отец. Еш дварим, ши ани адайн ло самех. Есть вещи, которым я до сих пор не рад. Аваль зе тева шел бен адам. Но это природа человека. Аваль ани мистакель алейха баэмуна. Но я смотрю на Тебя в вере. Ваани мивакеш, Аба. И я прошу Тебя, Отец. Ши ата тимале. Это цорх шели. Чтобы Ты восполнил всякую мою нужду. Они митпалели рифуа. Я молюсь за исцеление. Леарец шелану. Нашей земли. Миколя пцаим ахроним. От всех последних ран. Терапе арцейну. Исцели нашу землю. Таасенез гадоль бихак шавуот. И соверши этот великое чудо на праздник Шавуот. Они митпалели рифуа ле мишпахот шекорсот. Я молюсь за исцеление разрушенных семей. Они митпалел адон авур рифуа физит для элеш михапсим рифуа. Я молюсь за физическое исцеление тех, которые в этом нуждаются. Еш арбе цар акшав бен элеш ибду эт кровейхем. Они митпалел абал аль ешуот ва аль изра мишамаим. Есть очень много страдания для тех, которые потеряли своих близких. Я молюсь, Господь, за спасение и за милость Твою. Отец наш небесный. Эн камуха. Нет подобного Тебе. Ата барата улам куло. Ты сотворил весь мир. Аваль гам рацита шекол эхад такир беха, Аба. И Ты хотел, чтобы все узнали в Тебе Отца. Аба — это папа. Машу кцат ютер коров ме ав. Аба — это папа.
И это ближе даже, чем когда мы называем Отец. Авину шебешамаем. Наш Небесный Отец. Иешуа кара леха Аба. Иешуа называл тебя папой. Аба шели. Мой папа. Уамар пам ле талмидав. Ани улех ле Аба шели. Он сказал своим ученикам: «Я восхожу к своему отцу и отцу вашему». Это очень личное и близкое. И дарование Торы и все откровения — это было нечто великое. Но в Машиах Иешуа есть у нас гиша эль Элохей бара олам келеав прати шели иши. Но в Мессии Иешуа у нас есть доступ к Богу, сотворившему всю эту вселенную, как к своему Отцу. Ани митпалел аба шиата тигале лану гдулатеха. И я молюсь, Отец, чтобы ты открыл нам свое величие. ותעזור לנו. И помоги нам. להיות בנים ובנות שלך. Быть твоими сыновьями и дочерями. מלאים כוח. Полный сил. אהבה. И любви. סליחות. Прощения. חוכמה. Мудрости. ויכולת להזרים אורך לעולם הזה. И способностью принести твой свет в этот мир. אני מתפלל על זה, אדון. Я молюсь об этом, Господь. בשם ישוע משיח. Во имя Иешуа Мессии. Амин. Амин. לפני כמה שבועות שירלי אמרה: "אבא, תסתכל איך בנות, נשים התחילו להתלבש בקהילה." Несколько недель назад Ширли мне сказала: "Посмотри, как девушки, женщины начали одеваться в общине." Они имеют, они ищут лёма машбакета של ביגוד. Я, честно говоря, мне всё равно, какая там одежда. אבל עכשיו, כשאתם כולם הסתובבתם, שמתי לב. Но все כל הכבוד. Когда вы сейчас подходили друг к другу, я хочу вам сказать: молодцы. Когда вы приходите в общину, то вы одеваете достойную одежду. Потому что мы стоим перед Богом. И я рад, что это происходит без того, что мы лишний раз объясняем, как нужно одеваться, но у вас вот просто такое желание сердца. Вот традиция. Иногда мы говорим, что традиция — это ерунда. Возможно, это обозначало что-то в тот момент. Окей, аргаз шел пирот в ярокот. Например, ящик с фруктами и овощами. Аваль мазе умер, мазе нотен. Клюм, стам, от пам супермаркет. Но что значит просто еще раз что-то, что купили в супермаркете? Они хошев, они рутела гид, что коль давар маше катув без сефер азу. Я хочу сказать, что все, что написано в этой книге, имеет значение и большое влияние. И я назвал сегодняшнюю проповедь «Заложить основание» или «Восстановить основание». Я слышу здесь целый эхо. Вы можете уронить это? להקים יסודות. Мы можем заложить основание. Оли шакем יסודות. Или восстановить основание. Атем бетах зохрим сипур, ше Авраам патах берим, ואחרках אויבים זרקו לשם הכל זבל, אבל יצחק патах там выкидешь там мехадаш. Вы помните, как Авраам выкопал колодцы, и враги забросали их мусором, а потом Ицхак их возобновил? Это не было действие для того, чтобы достать воду. Есть значение вернуться к древним дням. כתבי קודש מינימום 15, אולי 20 פעמים אומרים, אנחנו נחזור לזמנים עתיקים. И священные писания как минимум 15 раз говорят, мы вернемся к прежним дням. וזה לא מדובר שאנחנו צריכים עוד פעם לחזור לעגלות וסוסים ודברים כאלה. И здесь не говорится о том, что мы должны сейчас вернуться к тому, чтобы ездить на лошадях и колесницах.
וצריכים לעשות שירותים בחוץ, כמו שזה היה במקומות שונות בעולם. Или нужно в туалет ходить на улицу, как это было в различных частях мира. Об этом не говорится. Медубар על דברים רוחניים. Говорится о духовных вещах, о основании. ביום כיפור נהוג בארץ לקרוא Ишаяху 58. В Йом-Кипур в Израиле читают из Исаии 58 главы. Умнам, что сейчас это не Йом-Кипур. И несмотря на то, что сейчас не Йом-Кипур, есть там милим, что умрим лану. Есть там слова, которые говорят нам. Им таасе дзе бекол левавеха. Если ты будешь делать это всем своим сердцем, аз икриотха, то тебя назовут Мишакем, восстанавливающим Мишакем дворим арусим, восстанавливающим разрушенные вещи. Ататие Мишакем и Содот Яшанот. Ты будешь восстанавливать старые основания. Ве таамину лише китвей кодеш ло мамаш дуагим алейзишу байт яшан о алейзишу кир яшан лаким отам. И священные писания не заботятся о том, чтобы восстановить разрушенную стену или разрушенный дом. Авал лаким маут руханиют шел ямим миухадим ше элухим. Но восстановить смысл духовных вещей, которых Бог заповедал нам, потому что этим Он хочет повлиять на весь мир. И каждый из нас инструмент в этой работе. Миша сегодня учил из книги числа. Каждый важен в том месте, в котором он находится. Но до того, как я коснусь вещей, касающихся праздника Шавуот, я хочу поговорить о плодах из Нового Завета. Я думаю, что многие из вас читали Деяния апостолов. Кто не читал Деяния апостолов? Я уверен, что такие здесь есть. Галуй. И я хочу вам посоветовать прочитать Деяния апостолов, потому что эта книга полная действий Святого Духа. Об излиянии Святого Духа, как они справлялись с давлением вокруг. Но большая часть Деяний апостолов рассказывает о том, что произошло с Шаулем. Сегодня Шауля бы назвали ультрарелигиозным человеком. אומרים שהוא היה נגד יהדות ושהוא היה נגד צורת יהודית. И несмотря на всю ерунду, которую говорят в Ютубе, что он был против еврейства, против иудаизма и против закона, все это неправда. Он был ультрарелигиозным рабом. Если вы сравниваете его с сегодняшним движением, то, скорее всего, его можно сравнить с движением Сатмар. Что такое Сатмар? Сатмарский хасидут. Литаим. Или с, ну, в общем, с ультрарелигиозным, тяжелым иудаизмом. Который не только с женщиной не здоровается, он не здоровается с мужчиной, который не принадлежит его общине. Он был супер религиозным. И вдруг он пережил откровение. И ему нужно было привести свою суперрелигиозность в баланс. Ему нужно было и правильно вести себя перед своим народом.
14 лет ему понадобилось для того, чтобы привести в порядок свою веру, потому что после того, как он увидел откровение об Иешуа, на 14 лет он как будто залег на дно. И он пережил откровение, и он зашел в правильный баланс. И Бог начал использовать его и в народе Израиля, и для других народов. И это просто полное безумие. Как может ультрарелигиозный человек быть используемым в служении народам, которые полны были различных нечистых практик? Баба, иуди, ло иуди, бонасе, пикник ве аколь беседер. Он не был как Петр, который был с Галилеи рыбаком, простым человеком, и да, давай пикник сделаем, все в порядке. Ло роце ледабер ютер мидай аль зе, аваль Шауль хавает галут веиштана. Но я не хочу много говорить об этом, но Шауль пережил откровение и изменился. Веки иуди масур, у яда коах. И как посвященный иудей, он знал силу праздников. И вот этот вопрос плодов я хочу принести сюда, чтобы вы увидели. Перед Богом он знал этот вопрос очень хорошо. И он знал, что не только Израиль должен быть и он знал, что не только народ Израиля должен принадлежать Богу. В глазах Шауля, а Израиль מתחיל מישועה ואחרים זהו כמו עומר לאדוני. Израиль, начиная с Иешуа, сам был снопом перед Богом. אבל העמים, но народы, זהו ביקורים. Это были плоды. וכשנשפך רוח הקודש, и когда излился Святой Дух, וממש он принял эту идею. И он принял на себя эту задачу. Принести Богу плоды от народов. Я хочу, чтобы мы почитали две главы из Деяний апостолов. במעשה שליחים פרק 20 ו-20 ו-1. И мы прочитаем с Деяний апостолов 20 и 21 главы. על פי תורה אנחנו יודעים, согласно Торе мы знаем, שהיו 70 עמים, что существует 70 народов, שסטו מדרך אדוני, которые ушли от Божьего пути. ואלוהים באברהם הקים עם מספר 70 ו-1. И через Авраама Бог сотворил народ номер 71, чтобы принести через него свет. И когда мы видим число 70, это означает представители всего мира. Иногда мы видим номер 7, когда один представляет собой десятку. И вот что происходит. В 19 главе Шауль учит в Ефесе. И там было великое пробуждение. И вдруг многие увидели, что этот еврей, который родился в Палестине, в земле Израиля во время Иешуа, Иешуа. Что этот еврей, Иешуа, который родился в обетованной земле, через него Бог открывает дверь для каждого человека в этом мире. И многие ефесяне начали верить.
Асуми ума негет Шауль. И те, которые противостояли ему, подняли бунт против Шауля. אז הוא היה צריך לברוח משם. ему нужно было убежать оттуда. וזה אומר לנו שאפילו שאתה מאמין, לא תמיד הכל הולך חלק. И это говорит нам только о том, что несмотря на то, что ты верующий, не всегда все будет гладко. אבל, הנה שאול מגיע למקום חדש ובפרק 20. Тут в 20 главе Шауль приходит в новое место. הוא הגיע למקדוניה. В Македонию. זה אזור של יוון היום. Это современная Греция. והוא היה שם שלושה חודשים. И там он был 3 месяца. וגם שם התחילו לרדוף אותו. И также там начались на него гонения. ובפסוק 3 בספר מעשי השליחים 20 כתוב שהוא עזב משם. И в 20 главе 3 стихе написано, что он отправился оттуда в другое место. ופתאום אנחנו רואים שקבוצת אנשים הולכת איתו. И вдруг мы видим, что некоторые люди идут вместе с ним. אני קורא את האנשים האלה, ואתם בבקשה אחרי כל שם תגידו מספר. כמה? 1, 2, 3. И я буду сейчас перечислять этих людей, и вы после каждого имени говорите номер. 1, 1, 2, 3 и так далее. Его сопровождали до Сосипатр Пиров. 1. Ихад. Аристарх. 2. 2. Секунд. 3. 3. Гай Дервянин. 4. 4. Тимотеус. 5. 5. Тихик. 6. Ветрофим. 7. 7 говорим. 7 мужчин. Мегоим, им лою иудим. Все из народов, они не были евреями. Анахну иудим ширак Тимотеус, а я хэци иудим. Мы знаем, что только Тимофей был наполовину евреем. Курим альзе ба басурот ахерот. Там написано в других посланиях об этом. Веине шива говорим олхим им Шауль. И эти 7 мужчин идут с Шаулем. ואנחנו רואים שהם מגיעים לטרואדה, זה עוד מקום ביוון. И они приходят в Труаду, это еще одно место в Греции. והם היו ביחד, ושאול מלמד שם ופה אנשים. И они были вместе, и Шауль учит во всех местах. והם הולכים מאזור יוון, טורקיה, לאזור ישראל. И они, проходя Грецию и Турцию, возвращаются в Израиль. ושאול משתמש בכל מקום בשביל ללמד. И Шауль в любом месте, куда он приходит, он там учит. ובטח אתם זוכרים את הסיפור איך בזמן הלימודים שלו בחור אחד נרדם נפל ושבר את ראשו. И вы помните, как во время одной из проповедей его один мужчина заснул и выпал из окна и сломал себе голову. אז שאול פשוט התפלל והקים אותו מהמתים. И Шауль помолился за него и воскресил его из мертвых. ואחר כך הם המשיכו ללכת. И потом они продолжили идти. למקומות אחרים. В другие места. ופתאום הם התחילו לקבל נבואות. И потом они начали получать пророчество. ושאול אומר בפרק 20, בפסוק 22. И в 20 главе, в 22 стихе Шауль говорит. Вот ныне я по влечению духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. כאילו הוא אומר, אני הולך לשם. Он говорит, я иду туда. עם השבעה גברים האלה. С семью сопровождающими меня мужчинами. אני לא יודע מה לצפות. Я не знаю, чего мне ожидать. חוץ מבעיות. Кроме проблем. אבל אני לא יכול לעצור, כי אני מרגיש משיכה. Но я не могу остановиться, потому что чувствую помазание. ואחר כך הוא מדבר עם אנשים, הוא אומר, ואני רוצה להגיד לכם ביי, כי אתם לא תראו עוד. И потом он говорит, я хочу с вами попрощаться, потому что вы моего лица больше не увидите. И в 37 стихе написано. И они все плакали и прощались с ним, как будто он идет на смерть. И вот они приехали в Израиль. А порт тогда был не в Аждоде, не в Хайфе, а в Кесарии. Они приехали в Кесарию. И в 21 главе написано, что они остановились у верующего Филиппа. В 8 стихе написано.
и Матанат Невуа. И у него были четыре дочери пророчествующие. И вы здесь понимаете, что дар пророчества был достаточно частым в первой общине. И Бог говорит нам, что Он хочет дать нам также дар пророчества. И вот приходит парень по имени Агав, который тоже был пророком, и он говорит Шаулю, а он, вернее, говорит всем, он не знает, кто там есть. И он взял пояс, не знал, что он принадлежит Павлу, он сказал тому, тот, кому принадлежит этот пояс, очень будет много страдать. И тогда ему все говорят, не надо теперь идти в Иерусалим. Он говорит, мне все равно, берет этих семь мужчин и продолжает идти в Иерусалим. Его встречают первые апостолы. И начинают говорить, что Бог среди нас такое делал, там по-другому. Но что сказал Шауль в 21 главе, в 26 стихе? Шауль и четверо, которые жили в Иерусалиме. И он взял еще семь тех, которые пришли с других стран. Я и прочитал их имена. Он их проводит через обряд очищения. И они заходят в храм. А потом начинаются проблемы Шауля. Его обвиняют в том, что он ввел неевреев в храм. Я не хочу сейчас в подробности вдаваться того, что там произошло. Но все основано на том, что Шауль чувствовал, что семь этих представителей со всех народов, он должен был привести их в храм перед Богом как первые плоды. И откроется дверь тогда для народов таким образом, который даже сложно себе представить. Он сделал какое-то действие, которое кажется простой и в глазах других людей. И некоторые люди посмотрели на это плохо, как будто он нечто нечистое внес в храм. Но он открыл дверь для и проповеди Иешуа Мессии и прощения грехов для народов. И это произошло в эти дни. И это проповедь, и акцент, и сила праздника Шавуот. Один раз это дарование Торы. Один раз это вознесение людей на тот уровень откровения, который они еще не переживали. Как написано в Деяниях 2 главе. Один раз это открытие дверей для проповеди Евангелия для народов. И здесь нам нужно кое-что понять. Если мы понимаем, что для нашего поколения, нашему поколению принадлежит восстановить старые основы, и мы не знаем точно, как это делать, то есть Божье Слово, и есть правильное время, и есть Мишихат Мируха Кодиш, который может открыть нам дверь в Рама
И есть помазание Святого Духа, которые могут открыть нам дверь на том уровне, который мы даже не понимаем. Если хавертов шегар барцот абрит. У меня есть хороший друг, который живет в Штатах. Он пастор общины. Я не знаю, сколько тысяч людей в его общине. 4 или 5 или 6. Они муло кмо כמו מנהיג של קבוצת בית קטנה. Я против него как лидер маленькой домашней группы. ואני מסתכל עליו עם כבוד רב. Я смотрю на него с большим уважением. כי לארגן 4 או 5 אלף איש ולעשות מזה משהו מסודר, חזק, מאוחד, יחד, שפועלים שם חזק מאוד, זה דבר גדול. Потому что организовать 4 или 5 тысяч человек и провести такую работу, которую они проводят там, это что-то очень большое. אבל הוא אומר לי כל הזמן. Но каждый раз он мне говорит. Леон, כשאתם עומדים. Леон, когда вы стоите. פשוט עומדים, לא הולכים קדימה. Просто стоите, не идете вперед. אנחנו הולכים מאוד מהר. Мы идем очень быстро. כשאתם עושים צעדים קטנים. Когда вы делаете маленькие шаги. אלוהים נותן לנו כוח לרוץ. Бог дает нам силу бежать. כשאתם תלכו. А когда вы במהירות הנכונה. Пойдете на правильной скорости, Бог изменит этот мир. Это то, о чем Миша говорил сегодня. И Дима сказал также. Может быть, мы думаем про себя, кто я такой в Царстве Небесном. Но я очень верю, что Бог держит нас, не только нашу общину, но все общины в земле Израиля, как людей, которые должны сделать что-то без Шавуот. На Шавуот, я не знаю на какой, в этот раз или в следующий раз. Но чтобы мы открыли какую-то дверь. И чтобы она повлияла на весь мир. И мы не знаем, что это. Только мы знаем, что это от Бога. И все, что от Бога, это благо и благословение. איומים, אפילו מאנשים משוכים ברוח הקודש, אבל רואים את הכיוון וממשיכים ללכת קדימה. И Бог хочет, чтобы мы, даже когда мы слышим угрозы, даже от людей, помазанных Святым Духом, чтобы мы просто продолжали идти вперед. כי אלוהים רוצה להשתמש בנו ככלי. Потому что Бог хочет использовать нас как инструмент. בישעיהו כתוב. В Исаии написано. אל תחשוב שאתה קטן יעקב. Не думай, что ты мал, Яков. Я буду использовать тебя как молот. И я разрушу горы противостояния. Я хочу еще сказать несколько слов про Шавуот. Во-первых, важно помнить и ожидать на Шавуот какое-то благословение, которое мы не ожидали и даже не думали об этом. Сюрприз. Наверное, народ Израиля ожидал возле горы Синай получить ангела, который бы быстро привел их в землю обетованную. Но они получили Тору. И пережили внутренние изменения. И когда ты переживаешь что-то от Бога, как минимум ты становишься участником в его делах.
Я обычно не увлекаюсь этими харизматическими вещами. Но я хочу, чтобы вы сказали, повторили за мной, я партнер в делах Божьих. Или участник. Я участник в делах Божьих. Скажите, я участник в делах Божьих. Потому что это правда. Бематан Тора Элохим Ким Ам. И при даровании Торы Бог сотворил народ, который стал пылесосом, но в положительном образе. Он начал вбирать в себя людей из других народов, чтобы они пережили откровение о Боге. Я уже говорил о том, что на Шавуот приносят плоды Богу. И я сказал, что эти вещи не жарят, не готовят, а просто ставят на выставку. И мы, как плоды Богу, мы созданы так, чтобы на нас смотрели. И из-за этого Новый Завет говорит нам, помогайте один другому. Что если кто-то, какой-то горький корень зашел в кого-то, чтобы вы более духовные могли ему освободиться от этого. Помоги, приободрите вашего брата или сестру стоять в истине. Потому что Бог сильным способом смотрит на вас. Неделю назад Женя здесь учил про важность общины. Быть вместе. И кто-то в комментариях написал: какая разница? אנחנו, ואם אתה נופל לבית סוהר או לאיזשהו מקום בגלל אמונה, אין קהילה, אתה צריך להתמודד לבד. А если тебя садят в тюрьму за то, что ты участвуешь в общине и нет возможности быть в общине, тебе нужно справляться одному. גם זה נכון, אבל זה יוצא מן הכלל. И это правда, но это что-то из ряда вон выходящее. אבל בימים שלנו, в наши дни, Элохим הקים קהילות. Бог сотворил общины. כמקום איפה שאנשים יכולים להתאשחז ביחד. Где люди могут быть вместе. Притираться вместе. Велашпия бетов. И влиять по-хорошему. Велигром אחד אל השני. И сделать так, чтобы один с другим. Лифамим ли цтаэр, лифамим ли слох, аваль лимцо шалом. Иногда друг другу мы у друг друга просим прощения, прощаем, но мы примиряемся. ואנחנו מפתחים בתוכנו מקום איפה שאלוהים נמצא. И мы внутри нас развиваем то место, где находится Бог. בגלל זה כתוב בברית החדשה. Поэтому написано в Новом Завете. אל תעזוב את אספתך. Не оставляй собрания своего. ושם גם יש תוספת. И также есть. כמו שאצל כמה מאנשים יש התרגלות כבר, как у некоторых принято уже. Будьте вместе. Когда мы понимаем, что Бог послал Иешуа как первый плод, и мы как первый сноп, а мы его первые плоды, которые могли бы открывать какие-то двери, для того, чтобы восстановить древние основания, и ради этого мы должны стоять в святости и праведности перед Ним. И знать, что мы очень важны перед Богом. И также помнить, и это также связано с Шавуотом, когда Бог дал Тору 4000 лет назад,
И когда пришел Иешуа, который был живым словом, это все говорит к нам, что слова Господа должны быть написаны в наших сердцах. Это не то, чтобы мы держим книгу. Это не связано с тем, что мы читаем из свитков Торы. Но это связано с тем, что Божье Слово написано на наших сердцах. Давайте мы укрепимся в Господе и продолжим быть светом. И будем помнить пример Шауля. Когда Бог использовал его, чтобы открыть нечто новое. Давайте мы помолимся вместе. Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, что мы можем научиться из священных писаний. И я молюсь, что Ты сам тифтах бану яхолет быть אנשים ששומעים רוח. И я помолюсь, чтобы Ты открыл нам возможность быть людьми, которые слышат Дух. שובים לרוח הקודש. Которые прислушиваются к Святому Духу. תעזור לנו לעשות מעשה אדוני. Помоги нам делать дела Божьи. ולגרום לעולם הזה. И сделать так, чтобы этот мир חזר בתשובה. Покаялся. תכיר במשיחך. И узнал Твоего Мессию, Твоего драгоценного Сына, Господа Иешуа Мессию. И мы молимся за мир в земле Израиля. И за праведность земле Израиля, за изменения в земле Израиля, за единство в земле Израиля. Мы молимся, Отец, чтобы Ты сохранил нас и вел нас в этом мире во имя Иешуа Мессии. Аминь.